Всем привет! Представляю аккумуляторную дрель шуруповерт Milwaukee C14DD. Модель рассчитана на серьезные нагрузки и длительный срок службы. Работает от литий-ионного аккумулятора на 14,4 вольт. Скоростных диапазонов 2 – от 0 до 450 и от 0 до 1600 оборотов в минуту. Усилие закручивания также можно регулировать при помощи муфты. Максимальное значение – 45 ньютон-метр. Высокий крутящий момент позволяет легко закручивать крупный крепеж. В режиме дрели можно просверливать отверстия в дереве диаметром до 35 мм, в металле до 13 мм. Металлический корпус редуктора эффективно отводит тепло и не допускает перегрева. Из других плюсов – подсветка и быстрозажимной патрон. В комплекте идут два аккумулятора с емкостью 3 ампер-часа, зарядное устройство и кейс. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.